Сегодня мы поговорим о триммерах и бритвах. То есть, в принципе, для любителя бородачей сейчас эта тенденция, мода, скажем так, да, есть варианты там триммера, да, как бы это более универсальное решение. Особенно если человек часто следит за бородой, нет возможности пойти к там барбершоп и так далее, то он всегда может воспользоваться дома прекрасными там триммерами, которые имеют насадки непосредственно не только для бороды, но и для волос, кстати, очень идеальное решение. И многие из них не боятся воды. То есть, опять же, в душе принять, то есть, либо куда-то в поездке, у них хорошая автономность, они, ну, плюс-минус, скажем так, быстро заряжаются, то есть, есть некоторые, которые 16 часов заряжаются, но и при этом держат. Есть триммеры, которые вообще в кейсе заряжаются, то есть тоже очень удобно. Плюсы триммеров. В основном они работают без сети от аккумулятора. Зарядка плюс-минус у них 40-60 минут. Убирают прям под ноль, скажем так, да, то есть идеально может заменить бритву, особенно если у людей там раздражение кожи, то очень хорошо подойдет, то есть она не раздражает. И куча насадок, то есть непосредственно можно там, в принципе, самому дома форму бороды принять, либо просто подправить, если нет времени съездить куда-то. Удобное решение. И есть еще уровень бритвы, то есть сейчас многие люди переходят со станков на бритву только в том плане, потому что, во-первых, не нужно менять постоянно лезвие. Станок, он почастую и очень часто у людей вызывает раздражение. Их делится на две классификации. Это роторные бритвы и сетчатые, скажем так. Роторные, отличие в том, они подходят идеально, если у мужчины, например, там небольшая, скажем так, щетина короткая, да, но при этом жесткий волос, он не вызывает раздражения. Хотя вот и многие говорят на обратное, что вот наоборот он вызывает раздражение, потому что все-таки ротор за счет вибрации. И есть сетчатые, да, как бы бритвы, они более дорогие, но при этом они идеально повторяют контур лица, они подходят для мягкой длинной щетины, скажем так, да, то есть и не оставляют раздражения. Очень удобно, кстати, и очень главное подобрать, если человеку все-таки нужен там гель для бритья, скажем так, да, ему нужно воспользоваться, то надо подбирать непосредственно, где есть сухая и влажная, чтобы можно было промыть под водой. За счет такой формы оно полностью повторяет контур лица, то есть достает даже в труднодоступных местах, снимает полностью. И тут два лезвия находятся, то есть одно лезвие поднимает щетину, второе срезает. Автономность у них 45-50, ну, 60 минут, заряжаются, опять же, есть варианты, которые более дорогие, от часа, и есть, которые подешевле, там, ну, они 7-8 часов заряжаются. У некоторых там самозатачиваются лезвия, это очень удобно, то есть к современному не нужно будет обращаться куда-то, где их будут подтачивать вам. Есть там варианты попроще, которые там, например, вот такого формата, сеть, как бы ротор, да, с сеткой, вот и он будет со временем менять, то есть они все-таки израсходятся раз в полгода, в два, то ли в год, мы кто как использует, опять же, если каждый день человек бреется, то полгода это потолок. К примеру, вам бритва, да, у которой цена политика будет там прям свыше 3000, да, скажем так, ну и опять же, это все индивидуально, как я уже говорил перед этим, она идет роторная. У нее, да, у нее крутые лезвия, они самозатачивающиеся, но, опять же, она не всем подойдет. То есть, если у мужчины там нежная кожа на лице, к примеру, и плюс длинная щетина, она будет ее просто вырывать. Из плюсов, да, то, что она идеально, каждая головка может повторять контур. И, например, на складках, там, на бороде, к примеру, либо там ближе к ушам, там, либо на изгибах, она будет идеально повторять контур лица. Значит, этого будет, ну, прям безвозмездно, скажем так, убирать практически все волосы на лице. Преимущество из нее еще так, что ее можно под водой промывать, это не проблема. Обслуживание таких бритв, ну, меняется лезвие, как правило, там раз в два года, заказывается она у производителя непосредственно, редко можно найти, кстати, у магазина. Есть еще более подороже версия, это уже 5000 плюс, скажем так, да, она тоже роторная, но у нее стоит настолько головка и сетки, что она сохраняет, скажем так, верхнюю часть лица, и при этом ни раздражения не появляется, то есть снимает под ноль, но, опять же, не совсем подходит для длинных волос, это единственный минус таких бритв. Ее можно использовать как для гелем, так и с пенкой для бритья, к примеру. У них головки вот такие небольшие, и тут по два лезвия находятся. Это вот лезвия, которые имеют функцию самозатачивающиеся. То есть, опять же, они могут выйти из строя только если, опять же, попала какая-то ржавая вода, либо сильно долго под водой стояли, их никто не просушивал, скажем так, они проржавели, но их будет видно конкретно. Тогда уже стоит заменить, конечно. Чистится она довольно-таки просто, либо же, опять же, можно промыть ее непосредственно под водой, либо же, опять же, как я рекомендую всегда, и сам так делаю, да, всегда открыть ее и промыть изнутри.